Всем привет, я Макс, и вы на канале Макс Мегалот. Этот ролик про Fall Guys. И сегодня я поставила себе цель дойти до финала, а может и выиграть корону, не касаясь белого цвета. Посмотрим, получилось у меня или нет. Итак, первая карта Digitrack. Так, ну тут мало белого. Главное в эти двери не наступать, а то будет... Я просто проиграю на самом изичном. Ну и я их прошел с легкостью, даже не задел их вообще. Если бы я тут синюю, ну, голубой такой, то это было вообще нереально, потому что тут его миллион. Так. О, на этих трамплинах это не... Ну, как трамплинах? Батутах. Это не... Ну, для меня кажется это мне то, что это розовый. Если вам кажется то, что это белый, напишите в комментариях. Так, тут все пихаются так. Ну, надо обойти эту стрелочку. Опять же, эти двери не наступить, потому что я могу проиграть только из-за этих дверей. Но он только что проиграл вроде. Ну, тот чел. Ну, если бы он был не очень зеленый. Такой. Так, идем. Ну, я не буду идти по центру, потому что по центру можно рискнуть, а так нет. Ну, опять же, вот как бы я это проходил, не понимаю, если бы я проходил. Ну, не этот цвет, а голубой. Ну или зеленый, например, вот там тоже много. Не докоснулся до линии, чуть не докоснулся. Так. Вторая карта Убрантический кросс. Так. Тут белого не очень много, поэтому можно ее довольно-таки легко пройти. Ну хотя в конце вроде белый, если не ошибаюсь. Ну на финише тоже, это же конец по идее. Так. Ну, воскрешаемся мы не на белом, это, ну, черный. Допустим, черный. Если бы я черный играл в этой карте, то тоже бы не мог пройти ее, поэтому... Ну, белый я решил вначале сделать, потому что он самый легкий. Ну, для меня, по крайней мере. Так, о, чуть не упали. Так, идем, идем. Все, второй чек прошли. Все, успеваем. Ну, это не белый. Ну, это все понятно, что это розовый. Так, ну, тут еще прикольно было бы желтый, потому что могли у меня эти звездочки попасть, когда я проиграю. Но там был не белый. Куча упала от этой штуки, от нее почти не падает. Так, и сейчас не упаду, да? Да. Так, идем. Только не закрывайте эту штуку, пожалуйста. Зачем? Ну зачем ты ее закрыл? Я же сказал, пожалуйста, не закрывайте ее. А, фух, успел. Хотя бы с этой стороны. А то стой. Ау. Ладно. Хорошо, что это не экстрим соло. Так бы я проиграл. Так, 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 так. Не успел перепрыгнуть. Идем по центру. Ау. Да, я уже задержался на этих качелях больше всего, чем больше, ну, двух препятствий каких-то легких. Ну, поэтому все прошел. Мог и упасть второй раз на них. Это мое самое нелюбимое испытание в этой карте. Так, это белый. Да. Ну да, это белый. Там точно есть белый, поэтому идем отсюда. Поэтому не успеть. Осталось только. Четверо челов пройти должно. Так, прыгаем, допрыгиваем. Идем, 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 идем. Успели. Ладно, вас выбили. Ну так, третий раунд на грани. На грани. Ну тут белого нет почти. Только старт и финиш. Это, ну, еще те стрелочки, самолетики, там вертолетики есть какие-то. Ну, это по-любому. Да. Ну, я подождал чуть-чуть, чтобы это, ну, понять, куда идти первым. Так, все пихаются, но я все равно пройду. А, кто-то прыгает на молоток, вообще неудачно. Прыгает на молоток. Ну, он нам три эти штуки открыл и показал, что они неправильно. Ой, меня чуть не выбили. А, меня выбили на платформу правильно, поэтому ничего. Так, ждем. А как он тогда прыгнул? Хотя, да, это очень легко. Не знаю, почему я спросил, как он тогда прыгнул. Это же очень легко. Так, вставайте. Да, идем. Мне кажется, я успеваю. А, хотя меня сейчас скинуть могут. Так, давай, встаем. Встаем. Идем. Да-да-да-да. Почти
предпоследним. Или последним. Не, ну, где-то предпоследним, что топ 50. Winner Sprint. Так. На белом воскресился. Если бы он этот челлендж выполнял, то он бы разозлился, наверное, что он на белом воскресил. Если бы я желтый выполнял, то мне бы надо было... А, ну там батут... на батутах надо желтых допрыгнуть, поэтому ее нереально пройти. Или если бы я, допустим, синий выполнял, примерно, то нереально. Ну так... А, удавился, ну ладно. Мне что-то кажется, я пройду. И это челы не прям уж. Ну, я тоже не прям уж, только что два раза ударил. Все. Логично, не прям уж. Так, прыгаем на батутик. Ау. Ау, больновато. Больновато. Ау, перепрыгиваем. Еще раз прыгаем. Ух, меня чуть не ударил. Так. Ну, вот почему было же написано 5 плюс 3. Получается 9, что ли? Ну, 8 же. А нас всего... 9. Странно. Так. Ну, первая дверь, понятно. Тут белого нет, если не считать зубики у двери. Ну, может, там еще чуть белого есть. Но это не белое, это зеленые вот эти всякие каракули. Так. Так. О, ну, видите, как голубь прыгает. Он просто по этим батутам попрыгал. Не знаю, зачем мне правильную дверь. А, так, идем. Лягушка. Ух, не ударяемся об лягушку, это неправильная дверь. Я думаю, правильная. Так, ладно. Прыгаем. Мне кажется, что-то это правильное, куда я прыгаю. Это же правильное. Нет, зачем я сюда прыгал? Не очень такое легкое испытание для меня. Зачем ты меня сбил? Он же почти. Да, убиваю. Идем, 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 идем. Не успел. Ладно. Итак, минимальное задание мы выполнили, дошли до финала. Обязательно напишите в комментариях, на какой цвет мы будем записывать следующий челлендж. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Макс, всем пока-пока!